С рабочим визитом Вениамин Кондратьев сегодня посетил поселок Мирный. Во время сильных дождей дома местных жителей подтапливало. На место неоднократно выезжал губернатор. Чтобы решить этот вопрос, руководитель края еще в 2015-м поручил построить насосные станции. Сегодня в поселке уже запустили две канализационные насосные станции. Вениамина Кондратьева интересует, смогут ли они обезопасить дворы и дома жителей от большой воды. Если будет большой дождь, кто несет ответственность, что если эти КНСки не справятся? Вот мне персонально, не надо, вот эксплуатирующая организация, это в общем. А мне нужно в целом и персонально. За то, чтобы она справилась, несу ответственность лично я. Все, вот это зафиксировали, и понимание у всех есть. В случае большого ливня залпового выброса воды, поселок не утонет. Отдельное подтопление отдельных территорий возможно, потому что рельеф неровный, потому что никто от своих участков воду не отводил. Ливневки внутри массива нет, она по периметру. И она вот, поселок не утонет. Основную воду все уберет. Вот уже несколько лет в Мирном остро стоит вопрос и с канализационными сетями. Местные жители даже сами начали прокладывать коммуникации. Об этом они рассказали уже на встрече с главой региона. Но с каждым годом поселок разрастается, появляются целые кварталы новостроек, и существующих сетей явно не хватает. По мнению Вениамина Кондратьева, этой проблемой уже давно нужно было заняться местным властям. Два года назад от чего уехал, к тому и приехал. Это почему происходит? Потому что власть отстает. Потому что люди, они устали так жить, они бегут впереди власти, впереди решений, которые власть должна не только предлагать, но и конкретно решать и строить. Еще раз подчеркиваю, фамилию того человека, конкретно, что вы можете назвать, который четко несет ответственность за проектное решение и его воплощение в жизнь по канализации поселка Мирного. Курирующий работу водоканала докладывает о том, что самотечно напорная система канализации в Российской Федерации и в частности в поселке Мирный в случае ее правильного строительства и эксплуатации будет работать бесперебойно, позволит подключить всех жителей. По поручению губернатора края монтаж инженерных сетей должен быть завершен к марту следующего года. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.